Здравствуйте! В данном видео мы рассмотрим насосную станцию от итальянского производителя Marina модели SAM8525. Она предназначена для автоматизированного водоснабжения вашего дачного дома, а также подойдет для системы орошения вашего сада. Этот аппарат способен брать воду из любого водоема, колодца, скважины с глубины до 8 метров и после поднимать ее на высоту до 45 метров с производительностью 60 литров в минуту. Его бесперебойность подачи воды происходит благодаря 25-литровому баку, в котором вода аккумулируется под давлением 900-ваттным насосом. Его автоматическое реле выключает насос по достижению давления в баке 3,2 бара и включает его на отметке 1,6 бар. Также эти значения можно регулировать вручную, благодаря настройкам реле. Обратите внимание, что данная станция работает только с чистой водой при температуре не выше 35 градусов. И не могу не отметить про его малый шум, который составляет 70 дБ. Это сравнимо с работающим телевизором, а вес его составляет 17 кг. В итоге мы имеем отличную автоматизированную насосную станцию Marina SAM8525. Впусти Марину в дом, вода и уют будет в нем. Более подробную информацию о товаре вы найдете у нас на сайте в описании, а также сможете приобрести все расходные и сопутствующие товары в соответствующем разделе. Если это видео было вам интересно, ставим пальцы вверх и не забываем подписываться на наш канал на YouTube.